Едим индейку. Мы едим индейку с коньяком и протеиновой шоколадкой. Что-то потолстел. Спасибо. Спасибо. Ты в теме не смотрю. Спасибо. Спасибо. Ёбов. Да. Щелчочек забыла. Руки не убирают ложки из кружек. Надо убирать ложки. Под нерусскаем. Так, что там еще? Лиса еще это самое появилось. Может нам поближе поставить его, чтобы не надо, чтобы тут хорошо будет ловить? Ты бы сейчас перескладываешь? Да мне кажется, он нормально. Это там у кого-то лагает кабельный интернет просто. Ну. Да? Как тебя есть нормально? Ну, 400 человек смотрит. Ничего себе. Сереж, покажи свои банки больше. Пробуй банки, смотри, какие. Ну, это твоя маленькая по сравнению с тобой. Смотри, какая Даша маленькая по сравнению со мной. Потому что я очень большой. Соулка присоединился. Вот это такое тоже твой. Пачка посмотрит и ест. Пачка, приятного аппетита. Пачка, что там ешь? Блины. Даже индейку наготовил бы. Соленый, правда. И того влюбился. В кого? Продавщицу какой-нибудь? Я даже не солен. Не, солен, реально. Я специи накидал, правда, и все. Вкусно. А что ты свой батончик не ешь? Че дальше? Нет, я ем свой. Эй, может, кушай, на завтра оставлю. Так, Серега клеит продавщиц. Что они едят? Что едят продавщицы? Едят продавщицы. Да, не знаю, хрень какой-нибудь. Булки. Булки всякие едят. Мы едим индейку и маленькую шоколадку Даша мне купила. Вот такую. Протеиновую. Сколько там сахара? На 300, ой, на 36 калорий шоколадочка. Дашан там уже в какой-то, блин, на свадьбе на Бали. Дашан красавчик. Рад, что у меня столько фанатов. Но у меня мало фанатов. Надо больше фанатов. Смотри, нормально будет, если столько съесть, больше не... Все. Больше не будешь? Нет, все, завтра. Да нормально. У меня все греется немножко, чуть-чуть. Привет из Баку. Привет. Привет, Баку. Баку круто, надо кто-нибудь приехать в Баку. Так. Че? Кто говорил с ним, как говорил? Но мне не особо интересен. Так. А кто это? Да. Что такое Симон? Писатель, знаешь? Писатель. Очень грустные песни пишет. Ой, песня. Эти стихи про войну. Нет, там более... Константинова зовут. Менее интересный тип. Так. Он какие-то испанцы, что ли, пишут? На каком-то языке. Здорово, здорово. Как банк? Здорово. Учись такой предплечье. Привет, исландцев. Так, всем рад голос твой. Все обсуждают голос. Гоша собирается в Россию. Да, Гоша приедет. Гоша приедет. Ребят, спеть вам? Подвигать немножко кран, сейчас у вас польется кровь из ушей. Что думаешь, Петя? А какой это? Что думаешь, Петя? Не знаю. Что-то твое любимое. Из Киркорова. Простых истин. Сектор Газа. Привет из Вильнюса. Привет. Вильнюс, привет. У нас скучный перископ какой-то. У нас спокойный перископ. Почему?
после тренировки еще я уставший, спокойный такой. Можно дышать разными шариками, поговорить с ним голосом, как слышали. Я, кстати, не дышал никогда, не пробовал что-то. Да? Да. Ну, давай попробуем. Ты уверен? Очень нет. Ну, давай. А они там, блин, не дышат, они не забродили. Ну, прикольнее будет еще и голову ударить. Мне кажется, надо дырочку сделать. Давай. Я есть чем сделать дырочку. Ты хочешь первый? Ты первый. Я первый. Сейчас сделаем, чтобы он не лопнул. Да там же без газа, без напора, мне кажется, уже. Не надо лицо беречь перед соревнованием. Блин, мне кажется, у меня финик под глазом. От наших развлекусь, да? Да, мы с Серёжей тут бывали. Чёрт. Ну, смените пресс мой. Как вам мой пресс? Ну чё? Не знаю. Подожди, я дырку. Вот, а давайте вот здесь. Давай, вот. Ну, побольше, потолще, давай почитаем. Ну, чё? Давай побольше. Чё-то не работает. Давай, давай, давай. Ну, чё, работает. Какой смешной смех у меня был. Прикольно, да? Да, будешь дышать? Давай ты еще раз, значит, так медленно поговорим. Ну да, что сказать, надо что-то говорить. Давай скажи, все, скамейка. Все, скамейка. Давай, да. Да. О, смотри, там 400, блин, 40 людей смотрят за этой хренью. Где? Ну, да, давай. Интересное ощущение. А, дорогие, все, Бенчо, все нормально. Блин, голос ощущал гарный. Ищи себе, вдохнул, он такой... Голань крышится тебе? Не, нормально все, будешь чуть-чуть? А уже не? Ну что, мне это, да, убивать? Давай, давай. Ну, друзья, что сказать-то? Что сказать, как мне голос? Ну, пусть пишут. Да, напиши, что сказать. Так, чё? Чё здесь? Не знаю, вот вы угарные пили. Теперь дверь у него голос будет еще круче. Так. Это тупой качок он пишет. Нет, ты тупой качок. Тот, кто пишет. Дядя Сережа с вами. Ну да. Твои пишут. Привет всем. Дядя Сережа с вами. Что-то как-то хреново я заглотил, но больше. Наверное. Давай еще. Чё ты меня, давай ты ещё больше голову глотать. Мне там голос крутой. А? Мне так крутой голос. Будет, блин, веселый голос. Еду сейчас. Давай, аккуратненько. Давай. Ну давай, говори, как любишь, не сильно говори. Люблю. Не больше не буду. Ну еще раз. Нет, ну, ты даже ничего не сказал. Давай еще раз. Не стрёмно. Да. А что сказать? Ну, скажи, что... О, я могу стишок дать. Ну да. Какой сейчас месяц? Март. Рыхлый снег, ну не получается, да? А, не получается. У меня голос стал выше, да? Чуть-чуть, да. Мне так нравится, слушай, блин. Да? Может, сейчас петь могу что-нибудь? Что, все время будешь дышать, тогда так носить? Мозги, походу. Давай, страшный шарик. Давай. Ну, давай, чем-нибудь успеем теперь. Рыхлый снег темнеет в марте. Тайдер Динки на окне. Зайчик бегает по партии и по карте на стене.
Успела. Нормально. Нормально. Ну, немножко. Ты просто его берешь. Не, нормально. Да, он дает тебе, не знаю, какое-то окончание. А, ну, давай я считаю на деревню. А что говорить-то? Привет всем! Серега с вами! Голос, блин, дурацкий какой-то. Как будто из этого, как будто он ускоренный. Я нормально, полшарика глотал. Как с бочкой? Бочка, ой, этот. Спанч Боб. И... Да, вот это? Да. Тут мало уже. И кто проживает на дне океана? Спанч Боб КП! Желтая губка, малыш без океана. Надо еще. Хватит? Да? Зависимость уже. Ну ладно, не будем тогда. Ставим розовый. Ой. Так, у Даши офигенный голос. Задрали, блин. Поцелуй. Плохой гелий, хватит. Это вредно. Гелий это вредно? Да. Может бодрит? Может это сжигает жир? Так давай еще. Все мои шары. Хотите, Даша покажет пресс вам еще разок? Мне говорят, что это отвести. Да. Ничего. Что надо делать? Давай убьем их. Давайте его убьем. Да, по геолокации выследим. И убьем. Два тупых качка у нас собралось сегодня. Да, беленькие. И не очень. И темненькие. Короче, вот так мы страдаем вечно. Шарики. Чего ты так голову держишь, как ты успокоишь? Ладно, хорошо. А что ты голову держишь? Да хоть как, когда я буду ее держать. Так, пресс. Пресс, сколько вам лет? Нам на двоих... 50. 50 с небольшим. Так, что еще? Горько. Даша, Даша... Нормас такая, да. Оп. И цвет, кажется, по-дурацки помню, да? Толстый. Не знаю, вот назад отошла, было видно. Какой пресс. Круп. Ну вот еще как некуда пошла. Вот туда дальше. Вот так? Да, вот показывай. И банки мне вот какие. Здоровые. Здоровые банки. Даша, сколько ты весишь? 63 сейчас. А я 107. И что ты хвастаешься? Я не хвастаюсь. Я отвечаю. Булки лучше даже. А булок у нас нет, нам нельзя мучная. Ну, нет булок. Сидим грустим с вами в перископе. Из-за этого. Ты видишь, как оно написано? Не, я все вижу. Вообще не вижу. Когда будет внимание, снова появишься. А голос человек грубый, да. Я гелевых шариков надышалась. Даша в детстве надышалась гелевых шариков. Из-за этого она... Че ты? С орешками. Даша хочешь с орешками? Кто-нибудь привезите ей шоколад. Ребят, ставьте свои эти самые вопросы, эти ответы. Какое место я займу на Питере? Пишите. Какое место? Какое место? Первое. Боже, спорт какое первое. Последнее. 9675. Первое. У тебя? Сиськи нам показать? Как обычно. Я могу показать, что должен. Один, конечно, первое. Займешь первое, пишусь, один Сереж. Когда сорева. Это, да, пишется. Или третье. Ты
Почему ты эти? Показывай сиськи, брат. Ну ладно. Там какой-то рейтинг тебя попросил, сиськи показывай. Вот она, ничего такая. Выше, чем у меня уже, блядь. Да, еще чего. Там такая должна быть. Чем такое называют? После этого солярий сейчас? Не знаю. Как вам мой вырез на футболке? Нормаз? Привет, передавай маме с папой. Привет, маме с папой. И так ты же делал, так тык-тык. Думаешь? Они скажут, что за сармата? Шла себе, блин, дурака лысого, ой, блиста. Давай так улыбнемся, по-фенитски. Так, что на ужин? На ужин уже ничего, все съели. На ужин чуть-чуть осталось. Мне не нравится холодно. Но это с твоей стороны съедено. Я за несколько, ну, за дня за 4 я даже не грею еду. У меня есть холодильник сразу даст, уже сырое ем. Тебе сейчас... Сырое мясо, да. Мясо ешь? Да. Сырые яйца, прям со шкалупой так. Жёстко это. Ну, так я же культуристка брутальная. О, Даша, культуристка. Так, ты еда, Серёжка, привет, славю веки. Так, слава Украине. Почему ты читаешь это? Да, читаю, что написано. А что? До свидания, слава Украине. Да, какая вам не слава? Да сейчас. Ты политик, что ли? Да нет, просто что за слава Украине вообще? Слава русскоязычным странам. Ну вот это уже. Ах, героям слава. Началось тут. Погнали на 41 этаж. О, это кто предложил? Не знаю, кто-то предложил. А что за 45? А вот там, смотри. А уже не горит? Походу вырубили электроэнергию. А, вон горит, подожди, только чуть-чуть. Видишь? Она в этом режиме сберегательная. Чела. Так, Сережа, как относишься? Так, как набрать массу? Хорошее место посидеть. На 41 этаже, он говорит. Даже я правильно отторожу. Шутка не про каналы. Скирия, соперник Даша. В чем только... Зачем ты читаешь вот эту хрень? Да, я не читаю, просто слух. Давайте вместе. Нет, мы не живем вместе. Живем вместе. Какие-то вопросы не умеют. Ты скучный какой-то, там что такое? Ты, конечно, блин, вечером вышли в перископ в 12. Ну, так я спросил тебя выходить, ты говорил. 12:30, ну надо что выйти, покричали что-то, подули шарики, прикольно же. Да. Прикольно же было, шарики подули, все рады. Что еще вам сделать? Сейчас поцелуемся и вырубим ваш перископ, наш точнее. Точнее, твой. Наш. Наш. Грязный. Так, Вики, блин. Как свадьба, целоваться. Слово Турции, да. Даша, сколько уже на грудь тянешь? 107. Что за дурацкий образ грудная грудь? Ты 107 тянешь? Ну. Так, а что еще? Я не вижу вообще ничего. Иди, подарите друг другу оргазм, говорят. В конце концов. Так, красотка, секс-шоу. Ну ладно, что, все, надо заканчивать, наверное, перископ. Друзья, да? Вот вам, что ты смеешься? Что ты там съел? О, крайник присоединился. Крайничок, ты где там торчишь? Я тебе взяла такую шоколадку, он тебе делает, Игорь. Крайнюк, Игорь. Шелчок. Ну, Сережечка, что ты такой грустный? Какой я грустный-то? Я нормальный. Короче, вы застали меня, когда я спокойный. Ужасно, да?
Быстро, бодрись, бодрись, бодрись. Меня бьют, друзья. Помогайте, меня бьют. И высасывают мозги из головы. Что там съела? Курица? Соленый очень. Да? Да. Ну, замени тебя, может, чуть поставить. Ты влюбился просто. Ну, давай. Давай, давай, давай. Давай еще. Ну и последний, да. Все, стесняйся. Ладно, всем пока. Толстые пальцы, блин. Хер нажмешься. Оп.